Узнать за 15 минут. Сегодня студенты и преподаватели МГТУ могли бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ. Всего возможностью решили воспользоваться более 80 человек. Проверить себя решила и Дарья Арзамасцева. Узнать о проблеме ВИЧ и пройти тест. Сегодня это можно было сделать в стенах МГТУ. Выявить вирус предлагали двумя методами. Один из них – сдать кровь. Экспресс-тест на ВИЧ занимает буквально несколько секунд. Для этого всего лишь нужно сдать кровь из пальца. Результат, достоверность которого 98%, будет известен через 15 минут. Материалом для исследования могла стать и слюна. Ее анализ также занимает от 15 до 30 минут. Желающих узнать свой статус было немало. Екатерина сдает кровь на ВИЧ впервые. Говорит, такие мероприятия стоит проводить чаще. Я считаю, что нужно многим проходить, так как лучше узнать об этом сразу, чем сидеть там дома и думать, что ты, оберегать не только себя, но и окружающих. Я считаю, что акции такие важны, потому что, много людей, сейчас мы сидели и смотрели, как люди прям хотят, пытаются проверить, потому что им все равно интересно. Может, они бы, если в обычной жизни никогда бы не пошли, а здесь так близко, под рукой через 15 минут уже тебе дадут результат твой. Игроки команды «Стальные лисы», а по совместительству студенты МГТУ, также нашли время принять участие в акции. Несмотря на плотный тренировочный график, ребята решили проверить себя и поддержать сверстников. Я думаю, да, это свой статус знать нужно. То есть это очень полезное мероприятие. Почаще проводить такие. За 10 месяцев этого года в городе было выявлено 424 случая заражения вирусом иммунодефицита человека. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого. Пути заражения остаются прежними. Это внутривенное употребление наркотиков и незащищенные половые контакты. Третий путь заражения – это от матери к ребенку. То есть ВИЧ-инфицированная женщина может передать ВИЧ во время беременности, родов, либо грудного вскармливания. В быту вирус ВИЧ не передается. То есть обниматься, целоваться, жить с ВИЧ-инфицированным в одной квартире – то есть это абсолютно безопасно. Сегодня экспресс-тест на ВИЧ сдали 82 человека. Все полоски показали отрицательный результат. Дарья Арзамасцева, Дмитрий Федотов, информационная служба медиагруппы «Знак».